Антон Шунин выбивает мяч вперед, далеко, Акурани. Сейчас, по-моему, подтолкнули его в спину, но неважно. Три минуты добавлено к основному времени. На эти три минуты у «Динамо» появляется на поле Александр Сапета. Сейчас выясним, вместо кого. Может быть, вместо того же Артура Юсупова. Это такая была оперативная замена, мол, если, на тот случай, если Артур Юсупов получил травму. Так-то можно было бы уникальный матч сыграть без замены. Уникальный для современного футбола. Ну что, три минуты есть у «Динамо» на то, чтобы сравнять счет в этой встрече. Да, покидает поле Артур Юсупов. Александр Сапета выйдет на поле. Единственная замена в этом матче в составе московского «Динамо». Сергей Силкин пожимает руку Артуру Юсупову. В принципе, он провел достаточно нормальный матч. Но как-то стать героем его не сумел. А надо потихоньку выдвигаться уже на передовые позиции. Ой-ой-ой-ой-ой, сейчас могло бы быть опасно. Как-то так мяч штрафной дали нападающему Данди Юнайтед получить. Динамовцы далее двигаются с мячом. Ну, сами все видели. Подскальзывается на ровном месте Марко Ломич. И в подкат летит семерка Данди Юнайтед. Некому выкинуть мяч. Просто некому. Игорь Семшов. Но получает мяч Александра Сапета. Ломич назад на Шунина. Шунин на Шильденфельда. Шильденфельд сильно, быстро вперед. Там побежали ускоряться сразу несколько футболистов московского «Динамо». Ну, пожалуйста, хотя бы одну атаку, может быть, сейчас удастся сформулировать. Нет положения вне игры. И атаку удается сейчас создать «Динамо». Рикошет! 2-2! Еще раз говорю, хоть как-нибудь! Пусть так! Но Александр Кокорин забивает сумасшедшего рикошета! Второй мяч на второй добавленной минуте! Александр Кокорин приносит «Динамо», ну, с 99% вероятностью в этом матче ничью. Да, абсолютно какая-то небывалая игра. Я, наверное, даже настолько уже не ожидал такого развития событий, что возрадоваться здесь и просто кричать «Ура!» и «Воздух чепчик!» бросать, как бросил майку. На второй 40-й застолочил шутырачку. Мы, наверное, не будем. И перевернет. Будущее главное развитие начала этого сезона в пользу «Динамовца». 2-2. Данди Юнайтед с мячом. Полная концентрация на последних секундах этой встречи. Аут в пользу «Динамо» на левом фланге.